что, двинемся дальше. Здесь сегодня «Лесной царь», так называется коллектив. Кстати, не очень люблю эту тему, потому что часто музыканты говорят, что 573 раз уже отвечали на этот вопрос. Но, тем не менее, все-таки такое название, пройти мимо него не могу. Ну, царь, с одной стороны, понятно, да, царь — это некий... Как корабль назовешь, так он и поплывет, да. Лесной — это почему? Ну, вообще, лесной царь — это скандинавский, ну, или германский миф, в общем, достаточно далеко это восходит, это дело. Вот такой малоприятный тип, как бы злой дух лесной. Вот. Очень концептуально, есть... что Вова придумал это название. Было желание. Было, да, Гёте даже написал балладу «Лесной царь». Там ребенок в бреду видит лесного царя и очень радостно умирает. Вот. Потом жизнерадостный Шуберт потом написал на это дело музыку. Но мы тоже решили назваться, чтобы, так сказать, обозначить свои горизонты. Вот. Ага, вон, да. Как, вон куда далеко смотрел. Я просто, как ты начал говорить, что это малоприятный персонаж, я и подумал, интересное дело. Такая приятная, спокойная, я бы сказал, даже романтичная музычка, и вот так. Как, так. Эклектика. Эклектика. Она усиливает влияние. Хорошо. Воздействие. Я тебе поверю. Надо петь дальше. Что это будет? Ну, что-нибудь такое латиноамериканское, наверное. Я полечу. Давай. Следующие песни. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Лесной царь». Погнали. Скрытая